С начала этого года при участии казаков-дружинников было раскрыто 219 преступлений. Задержаны 88 человек, находившихся в розыске. Казачьи патрули следили за порядком в Сочи во время чемпионата мира. Активно казаки участвовали и в аграрной жизни края. Районными обществами создано 25 казачьих сельхозкооперативов. Но, как отметил губернатор Кубани, сегодня все так же остро стоят кадровые вопросы. По распоряжению Вениамина Кондратьева во всех районах края казачьи атаманы должны были стать заместителями глав. Но, как выяснилось, эту задачу выполнили только в 17 муниципалитетах. При этом, как доложил вице-губернатор Николай Долуда, есть примеры, когда местные власти отказывают брать казаков на муниципальную службу. Я до сих пор не могу понять, почему в Мостах полностью соответствует требованиям муниципальной службы, он до сих пор не заместитель главы. Я не понимаю, почему в Слабинске глава крутится и вертится, до сих пор не выполнит поручение губернатора. Почему? Почему в Новокубанке, почему в Отрадной не выполнит? Есть у нас 7 атаманов, которые абсолютно достойны быть заместителями главы муниципальных образований. И лучше, может быть, будут выполнять задачи, которые вы, главы, будете ставить. Значительно лучше. В 17 муниципалитетах атаманы стали и заместителями глав районов. В 17, а у нас их 44 муниципальных образований. Вот по 4 я так понимаю, что какие-то проблемы с главами или с непониманием. Но здесь вот находятся например, департаменты. Коллеги, ну я еще раз подчеркиваю, ситуацию на самотек не надо пускать. Тут надо вникнуть объективно и посмотреть. Так они сами барахтаются. И толку нет. Поэтому вот неделя сроку по тем ситуациям, о которых Николай Александрович сказал, выйдите в район, встретитесь с одними и другими и доложите мне. Во всех 44 муниципальных образованиях края я требую, чтобы максимально уже все сроки прошли, в течение 3 месяцев атаманы стали замами главы района. И вы за это персонально отвечаете. Также на заседании Совета атаманов отличившимся в службе казакам вручили медали и ордена. Кроме того, награды получили казаки-дружинники за обеспечение правопорядка в Сочи во время чемпионата мира.